еще и разводят. Здесь условия, знаете, как будто куриц погрузили в клетку. Но мы настроились на приятную волну. После одного дня тюленевого отдыха мы возобновили наш активный график и с самого утра отправились на такси к причалу Поминанг для того, чтобы переправиться на остров Гилимено, один из трех маленьких островов Гили. Мы сейчас проезжаем очень красивую дорогу вдоль океана. И что можно сказать, ну действительно есть очень красивые пляжи, пригодные для купания, в отличие от Бали, где очень высокие волны. Дно. Мне кажется, для семейного отдыха, для отдыха в каком-то спокойном более состоянии, там на дня три, в принципе, Ламбок может подойти. Если у вас хорошая гостиница и есть возможность добраться до пляжа на мопеде или на такси. Thank you. Хати-хати. Мы находимся в Поминанге, сейчас будем идти к лодке на Гилимено. Такси тогда не могут подъехать прямо к лодкам. Предлагают добраться на коняшке. Но коняшки эти, видите, они несчастные. Мне их жалко, и мы лучше пешком пойдем. Нам несложно 100 метров пешком пройтись. А фишечка, да в чем? Идти немало. А у нас, видите, какие рюкзаки, чемоданы. Это все очень непросто. Тёмыч на себе несет, я ему помогаю. Такси туда, к лодкам, не пропускают, потому что здесь у местных бизнес свой. Они людей на коняшках перевозят. Ну и, соответственно, чтобы такси туда ездило, это невыгодно. И это мерзко. Мы только что видели, как одна туристка ссорилась, прям орала на перевозчика, извозчика этого, потому что он потребовал вдруг сумму в два раза больше, чем они договаривались изначально. То есть людей тут еще и разводят. Неприятная история. Такое тут случается часто, к сожалению. Оказывается, есть две кассы. Одна касса на Гили Эйр, другая касса на Гилимено и на Гили Траванган. Нам надо на Гилимено, и если бы кто-то тут стоял на Гили Эйре, а два человека стояло, они простояли зря, потом пошли на другую кассу. Билеты на Гилимено на Public Boat стоят всего лишь 14 тысяч рупий, то есть очень дешево. И еще по 2,5 мы платим, наверное, потому что мы иностранцы. Проблема в том, что мы не знаем, когда отправляется наша лодка, потому что фиксированного времени отправления нет. Мы ждем, пока заполнится лодка людьми. Но мы не знаем, какая это лодка, и мы не знаем, кто еще едет на Гилимено, и нам никто ничего не говорит. Поэтому мы пока что просто стоим. Вот это наша лодочка, на которой мы сейчас отправимся на остров. Желтая, да. Желтая. Дальше мы влезем в нее. Там же коробки. Я уже в четвертый раз это делаю. Пошли. Я. Yeah. But I didn't ask you to do that. Просят, чтобы мы что-то дали за багаж ему. А, ну сейчас. Странно, да. Когда вырывают у тебя из рук чемодан, да. А вот это реально жестко. На такой лодке мы еще не переправлялись здесь. Здесь условия, знаете, как будто куриц погрузили в клетку. Видите, тут продукты перевозят, как бы вместе с людьми. На это официально продаются билеты. Это странно. И забраться сюда очень тяжело. И сидеть нужно вот так, на корточках. Но все так плывут, и мы так поплывем. Нам же нужно на тот остров, а других вариантов нет. У нас есть вода? Есть в стаканчиках этих. Понял, тебе что-то плохая идея, нужно было ставить чемоданы где-то. Мы что-то едем не на месяц, блин, а до 2 дня. Нужно было взять с собой необходимые вещи, оставить где-то чемоданы, найти место. Потому что это жестко. Переправляться с чемоданами такими, блин, на один день на острове. Тёмыч пошел за чемоданом, мы на Гилимено. Тут очень красиво. Я, если честно, уже жутко устала. Я реально устала от переправ, перелетов, переходов. Мне уже
не могу, мы тупим жестко, мы чемоданы эти с собой взяли, гребучие. И с чемоданами, когда ты едешь на 2 дня на маленький остров, на 2 маленьких острова, это реально тупо переправляться, потому что у тебя должен быть рюкзак совсем необходимым, чемоданы нужно на большой земле оставлять. А мы таскаемся с ними, вот они огромные, туда-обратно. И это очень неудобно. Вот такое вот маленькое интервью. Девочки зануды, которая просто устала, но это пройдет через полчаса. Чем заканчивается борьба за справедливость? Тёма решил доказать мужику, что... Что он мудак. 120 тысяч рупий за коняшку. Это дорого, потому что ехать всего-то 500 метров. И вот этих 500 метров Тёма тащит тяжеленные чемоданы по песку. Самостоятельно, правильно? Доказывать нужно до конца, если что вдруг. Ребят, берите лошадку. Это все. Но мы настроились на приятную волну, заказали по фрешику и очень быстро восстановили силы. А горные пейзажи Ламбока, которые видны с нашей стороны острова, это что-то космическое. Настроение, ну, просто не могло не подняться. We're just walking, maybe in the evening. В общем, часок мы расслабились и пошли гулять по острову. Он совсем малюсенький, и мы без особых проблем за час обошли весь остров. На часть острова, где сейчас такой суровый отлив. Вообще говорят, что тут можно снорклить, но во время прилива. Поэтому мы сейчас пойдем на другую часть острова, чтобы посмотреть, что есть там. Могут ли нам предложить там трубки для снорклинга. А впереди Гили Траванган. Да. Расстояние между 3 островами пару километров, и по вечерам слышно музыку соседнего Травангана. Это самый тусовочный остров, Гилимено самый безлюдный, самый уединенный, а Гилиэйр что-то среднее. К сожалению, так тоже бывает. Привет, Винница! Привет, Одесса! Привет, Украина! Тут есть, оказывается, заброшенный, ребят, бунгало. Не так уж и много туристов сюда приезжает, раз бунгало заброшенное есть. Вот такие есть еще разрушенные здания. Что тут вообще происходило? Почему оно такое обвалившееся, непонятно. Чем еще меня привлек Гилимено, помимо своей уединенности? Посреди этого острова есть озеро, и с высоты птичьего полета остров выглядит нереально живописно. Но с земли зрелище отличается кардинально. Не ходите туда. Смердить нестерпно. Короче, воняет жутко. Выглядит красиво, если смотреть вдаль. Если смотреть себе под ноги, приятного мало. Вот это вот красивое озеро на Гилимено. Шикарный туалет, лакшери условия, мне кажется. Суровый мир. Побольше, огромное. В конце концов, мы дошли до другой стороны острова, где был прилив. Взяли в аренду маски и трубки по невысокой цене и пошли кайфовать.
Имейте в виду, что на Гиле Мэна очень сильное боковое течение. Чтобы не выбиться быстро из сил во время снорклинга, я советую вам плыть по течению, и когда вы поймете, что вас уже сильно отнесло в сторону, выплываете обратно на берег и возвращаетесь в исходную точку по берегу. И повторяете так несколько кругов, пока не надоест. В общем, наплавались мы вдоволь, аж до заката. А закат на Гиле Мэна просто потрясающий. Просто посмотрите на это. Очень красивого отдыха. Здесь нереально красивая прибрежная линия, белющий песок и лазурное море. Можно сидеть вот в таких вот беседках и просто наслаждаться этим видом, попивая свежевыжатый сок и ловить кайф. Дней двух тут достаточно с головой, потому что единственное, что здесь можно делать из активности, это снорклить. Единственный момент, тут очень-очень мелко, и для того, чтобы добраться до глубины, нужно пройти пузом по всем кораллам, которые желательно не трогать, потому что коралловые рифы нужно беречь, и трогать их ногами, руками нельзя. Соответственно, ты ложишься пузом практически на коралл, который не трогать при этом очень сложно, и пытаешься добраться до глубины, где ты уже можешь в кайф поплавать, наблюдая, как в огромном аквариуме, только вживую, за разноцветными рыбами. Их там тоже много. Хотя не так много, как, конечно, во время лодочного тура, да, в открытом океане. Мы когда плавали, видели. Нам хватило одного дня. Уже завтра мы отправляемся на другой остров. А здесь мы получили огромное удовольствие. Мы прошли полностью по радиусу. Ничего особо красивого, кроме таких же вот классных берегов, не увидели и решили, что это, в принципе, бессмысленно. Можно сюда приехать на один, на два дня, получить удовольствие от лежания на пляже, от сидения в таких беседках, от просто такого экзотического баунти формата вида. Брать велики здесь бессмысленно, потому что по песку на них ездить очень сложно. Намного легче пройти весь остров за час своими ножками. Здесь есть посредине острова озеро, оно жутко воняет, и там дохлая рыба, потому туда, в принципе, если вам и не хочется идти, не обязательно. Все, что касается прибрежной линии, это реально красиво. Сюда стоит приехать, сюда стоит увидеть. Здесь стоит поплавать с масками. Мы получили кучу удовольствия, так что, в принципе, не пожалели о том, что переправляли сюда. Это, блин, было сложно. Не берите с собой на маленькие острова много вещей. Если вы приезжаете сюда на пару дней, возьмите все самое необходимое в рюкзаки. Либо, в принципе, путешествуйте с рюкзаками, а не с чемоданами. Либо берите с собой вещи и планируйте поездку так, чтобы можно было в одном отели их оставить, а по другим островам поездить с маленькими рюкзачками. Потому что мы, конечно, как ослики, оттащили себе огромный груз, но это делает тёпло, конечно, я что так сумочка, это, знаете ли, но мне его жалко. Это же неадекватно, но все называется за дурное головы, ногам-то и болячи. Потому что не подумали мы, что сложно будет нам с чемоданчиками таскаться. В общем, нужно сделать свою поездку максимально всегда комфортной. И думайте о том, что тяжелые вещи тяжело носить. Гиле Мэна оправдал все мои ожидания, потому что мы уже немножко подустали, и впечатления в последнее время смазываются уже от путешествия. В первую очередь, наверное, это не из-за того, что очень много дней, а из-за того, что много переездов, и мы немножко не рассчитали по времени. Гиле Мэна оказался таким беспокойным, душевным местом, что, честно говоря, хотелось бы остаться тут еще на один день. Я не любитель тюленевого отдыха, но тут он даже какой-то не тюлень, тут он какой-то отдых для души скорее. Но, правда, цены на самом острове довольно-таки высокие. Оно того стоит, потому что это чудо природы. Наверное, за такое чудо стоит переплачивать. Вот сейчас рыбаки выловили рыбу и ее продают. Здесь вот так красиво, аккуратненько, свежо, не воняет, дико, мухи не витают в диком количестве. 75 for one? Это очень дорого. Слышал, да, 75 за одну? Цены действительно очень завышены на все, но это объективно. Все продукты и вообще все завозится на эти маленькие острова лодками с ламбока. Имейте в виду, что ужин будет стоить в полтора, а то и два раза дороже, чем в среднем ресторанчике на Бали. На отеле, я считаю, тоже цены очень завышены, причем номера
так себе, мягко говоря, но спрос диктует предложение. Экономический закон, с которым никогда нельзя спорить. Интересно, что здесь домики очень далеко друг от друга расположены. Очень, кстати, красивые, они, по смотрению, в таком европейском стиле сделаны, видишь? Да, вообще, знаешь, как частные дома.